Сотрудники филиала Нагатина Центра социального обслуживания Коломенское 30 июля организовали для участников проекта «Московское долголетие» и жителей района праздник в честь Международного дня дружбы. Мероприятие провели в сквере у фонтана. Праздник стартовал с приветственного слова художественного руководителя ЦСО «Коломенское» Ларисы Моисеенко. Она пригласила гостей потанцевать под знакомые каждому песни. Участники праздника исполнили такие необычные танцы, как «Ракета» и «Круговая топ-нога». Возможно, именно из-за этого в ходе праздника хмурая погода разгулялась. Объединяющие мастер-классы, любовь своими руками, сделанная на мастер-классе, конечно же, угощение.